На конкурс дети читают стихи. Мамонов Михаил, 11 лет. Александр Трифонович Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как спросон. И только не могу себе простить. Из тысячи лиц узнал я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый, из тех, что говорят у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведан. Я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, минины, пули свищут, и только башонка пузырем. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл, и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила Гарри копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонкой. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить.